Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Naham ijja prajatibhyam tapaso upasamenava tusyam sarvabhutatma Гуру Сусо Сая Джатха. Нахам ижа прияпти бьям тапасо упасаменива. Тусеям сарва бхутатма. Гуру Сусо Сая Джатха. Гаурия Гоштипати. Гаудия Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что те, кто приходит в Гаудия Матх с каким-то лицемерием и корыстью, у них нет никакой связи с Гаудия Матхом. Может быть, они могут говорить о том, что они с Гаудия Матха, но Шишила Прабхупад говорит, что у таких людей нет никакой связи с Гаудия Матхом. У них не может быть и нет никакой связи с Гаудия Матхом. Гаудия Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что те, кто приходит в Гаудия Матх с каким-то лицемерием, они могут говорить о себе, что они с Гаудия Матха, но, по правде говоря, у них нет никакой связи с Гаудия Матхом, и у Гаудия Матха нет никакой связи с ними. На самом деле, Шрила Прабхупад говорит, что под именем Харикатхи и Харибаджана, Шрила Прабхупад говорит, что те, кто под именем Харикатхи и Харибаджана обманывает общество, то это общество настолько глупо, что оно хочет быть обмануто, и поэтому его обманывает. И вот люди хотят быть обмануты, и их обманывают. И кто же виноват в этом? Шрила Прабхупад говорит, что искренность — это самое главное. Без искренности никогда в следующие миллионы жизней мы не сможем ничего достичь. Если у нас нет настоящей искренности, то никакого абсолютного блага мы не достигнем. Нет даже надежды. И Шрила Прабхупад говорит, если мы не развиваем непривязанность, Шрила Прабхупад и вся наша Гурварга, и я прошу вас всех попробовать вкус этого материального мира, иначе может такое быть, что по пути баджана мы можем привлечься этим материальным миром и отвлечься на его сторону. И поэтому я прошу вас посмотреть, что вас окружает, весь этот материальный мир с его наслаждениями. То если он вас привлекает, то вы не можете приблизиться к садгуру. По крайней мере, искренность должна быть, может, вы к чему-то привязаны, но искренность, она должна быть у вас, и она должна развиваться. Если вы не способны избавиться полностью от материальных наслаждений, это пойдет. Но в Писаниях говорится, что такие люди наслаждаются этими материальными наслаждениями, но они также ругают себя, что они не могут избежать каких-то определенных наслаждений. И с такой самокритикой сегодня или завтра они уйдут, эти материальные наслаждения, они сами уйдут из вашей жизни. То есть, по крайней мере, мы должны развить искренность. Без искренности мы не можем
обрести садгуру. Какие-то обычные гуру, да, конечно, их очень много в этом мире. Какие-то йоги-гуру, гьяни-йоги, обманщики-гуру, и тантрические гуру и прочее, прочее. Но мы не можем доказать, что они настоящие гуру. Поскольку что значит гуру? Гуру значит, это те, кто... Те, кто заняты служением, как понять, что кто-то вот есть садгуру, кто-то, как понять, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он садгуру. Какие доказательства этому? Как мы можем определить, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он садгуру? И признак садгуру в том, что все 24 часа в сутки он занят совершением служения. Такого беспрерывного служения. И тогда мы можем понять, что он садгуру. Кто-то может действовать похожим образом, но их, то есть подражать кто-то может, но их подражание, оно не может долгое время продолжаться. И вскоре такие подражатели, они показывают свое истинное лицо. И вот Шрила Прабхупада говорит, что под именем Харикатхи и Харибаджана, те, кто обманывает людей, мы должны быть очень осторожны с ними. И Нитянанда, и Баларам, они спасут нас, если мы достаточно искренне. И это обязанность Баладевы и Нитянанды вести нас с самого начала. Не с того... You want to go out of this material attachment. Не тогда. То есть, когда мы хотим избавиться от влияния этого материального мира, то обязанность Нитянанды вести нас. И после этого это обязанность Нитянанды Баладева показать нам, дать нам Патха Прадаршак Гуру, то есть Гуру, который указывает нам путь, Вартма Прадаршак Гуру. Он называется на санскрите, и после этого мы также по его милости обретем дикша-гуру, и после того, как мы приняли посвящение, мы обретем милость от Нитянанда Прабху. Он пошлет нам садгуру, садсангу, настоящего шикша-гуру. И вот так мы сможем обрести шикша-гуру, если у нас есть милость Нитянанды Прабху. Он видит, кто чего хочет, и мы обычно думаем так, что кто-то... То есть кто-то может сказать, что вот там есть какой-то садгуру, вот так много людей к нему приходит, и мы так под влиянием какого-то общества можем пойти и принять такого гуру под влиянием общества, но в этом случае Нитянанда Прабху не несет ответственности за это. Мы должны слушать то, что говорит Шрила Бхактивинода Тхакур. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о Махадойгон. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, о люди, вы не должны быть заняты этой темой, что вам надо срочно принять гуру. Кто вы такой вообще, чтобы принять гуру? Если вы достаточно искренни, то это обязанность Нитянанды найти гуру для вас. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что о люди, вы не должны стремиться найти гуру, вы должны развить искренность вначале, а не просто бегать туда-сюда, чтобы принять первого попавшегося гуру. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, что если вам нужен гуру, то вам не нужно ездить туда-сюда, чтобы пытаться найти какого-то гуру. Нет, если вы достаточно искренне, то Нитянанда Прабху, он, несомненно, пошлет вам садгуру. Может быть, не в этой жизни, но в следующей, но все же. Вам не надо принимать каких-то обманщиков в качестве гуру. Может, вам придется ждать следующей жизни, но все же это гораздо лучше.
И вот суть в том, это обязанность Нитьянанды Прабху вести нас должным образом. Гуру Махарадж говорит, что Нитьянанда, он смотрит за всем. И это также наставление Нитьянанды. Он говорит, что я пришел, чтобы спасти вас всех. И это мое обещание, я вас всех спасу, если вы будете повторять святые имена Гуранги. Это его обязанность. И вот он говорит, что я буду вести вас, я дам вам гуру, и вы сами не беспокойтесь. И на самом деле Нитьянанда Прабху, он может вести нас, и также можно вспомнить Рупа Госвами в Расамрита Синдху. Пишет вот такие слова. И что это значит? Все говорят, что сначала мы должны принять Гурудева, принять дикшу, и потом, мы, вот, когда примем прибежище у Гурудева, то тогда мы должны изучать, как поклоняться Гурудеву, как поклоняться Кришне и прочее. Но Рупа Госвами Пад научным образом объясняет это. Рупа Госвами Пад говорит «адо», вот слово «адо», что значит? «Адо» значит «вообще». I told you now one day long before in letter, not at all. You can remember. I told one line. Follow. So ado mean at all. At all the question. И вот слово ado значит, если вы, мы вообще возникает вопрос Садгуру, если вы смотрите на Садгуру, то вы можете почувствовать его влияние на ваше сердце. Вы почувствуете какое-то впечатление вашим сознанием, просто его поведением, его харикатхой, его действиями. Вы получите какое-то впечатление в вашем сердце, которое никто не может стереть. Когда я видел моего Гурудева, я понял, что он мой гуру. Я зашел в один книжный магазин, я давно искал гуру, но когда я вот там случайно открыл какой-то журнал, я увидел его фотографию, и я понял, что это мой гуру. Я, сидя на Вьясасане, говорю это. И вот, видя Гурудева, его настроение, его поведение, его харикатху, они создадут впечатление в вашем сердце, и тогда вы почувствуете необходимость принять прибежище в такого гуру. То есть перед тем, как принимать дикшу, вы должны принять его как вашим гуру. То есть, как я, перед тем, как получить дикшу Гурудева, я уже принял его как гуру. Как, например, в древности в Рамаяне Махабхарате описывается, что девушки перед тем, как выйти замуж, они сами выбирали себе мужа. И в то время была такая ситуация, сейчас больше по расчету и силы выдают замуж. И я уже говорил, вот Манупутри Девахути, она выбрала Кардаму Риши в качестве своего мужа, поскольку от Нарада Риши она слышала много о славе Кардамы. И вот когда Мариша совершал баджан, и он получил наставление от Верховного Господа, что послезавтра Ману Махарадж, царь всего мира, он придет к тебе с женой и дочерью, и ты должен принять его дочь как свою жену. Это мое наставление, Ману Махарадж. Послезавтра приехал к нему и предложил свою дочь в качестве жены. И смотрите, как Ману Махарадж говорит, что моя дочь, она слышала о твоей славе от Нарады,
она приняла тебя как мужа. Если ты примешь ее, то это или нет, это зависит от тебя. И когда Мариш улыбнулся, да, конечно. Поскольку он уже получил наставление от Верховного Господа. И таким образом, о Гуру, Садгуру, если вы по-настоящему заинтересованы, если вы уже потеряли вкус к материальным наслаждениям, то есть если вы по-настоящему потеряли вкус к материальному миру, то есть если вы даже после получения дикши стремитесь к каким-то материальным наслаждениям, то вы не получили настоящее посвящение. Иначе это как возможно? Шрила Прабхупад говорит, Садгуру, вот это на Бенгале Махарадж произнес, Садгуру никогда не позволяет своим ученикам находиться в падшем состоянии. И в то же самое время, но если такие ученики в падшем положении все-таки находятся, то нельзя заявлять, что они получили дикшу. У Садгуру есть достаточно силы. Если мы достаточно искренне, Садгуру может спасти нас от материального мира. Он может освободить нас от всех последствий греховных действий. И даже сейчас, если кто-то получает дикшу, то даже сейчас кто-то получает дикшу, ест лук, чеснок и прочее, это очень плохо. Но и такие люди могут говорить, что они посвящение получали там 35 лет назад, но до сих пор лук, чеснок едят, и как это возможно, что в падшем состоянии до сих пор находится гуру, может быть, настоящий, но в вас также может быть какой-то дефект. Я много раз говорил, что дикша – это долгая процедура. Если вы предались на 25%, то вы и дикшу получили на эти 25%. Если ваша искренность на половину, на 50%, то тогда и ваша дикша на 50% совершена. Если вы на 80% предались, то дикша такая же, не полностью такого условия. И вот дикша – это долгая процедура, даже после того, как мы оставим это тело. Что значит дикша? Шрила Прабхупад говорит, что те, кто получает дикшу, получает мантру от Гурудевы и уходит, то такие люди. И вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто приходит к Гурудеву для получения дикши, и после дикши они уезжают. Но Шрила Прабхупад говорит, что их дикша, такая дикша, она совершенно несовершенна. Они не получили настоящего посвящения. Что такое дикша? Настоящее посвящение – это если вы достигли дивигьяны, божественного знания. И во время дикши, если вы обрели дивигьяну, то тогда вы получили настоящее посвящение. Может, кто-то предался на 80%, это да, но вы должны признать это, что вы на 80% предались Гурудеву, и, соответственно, оставшиеся 20% вы должны закончить на протяжении вашей жизни с помощью Гурусевы. Я не говорю, что нужно таких людей выгнать из Гаудиматха, нет. Я говорю, что если кто-то не полностью посвятил дикшу, не полностью получил дикшу, то в течение своей жизни они должны предаться полностью Гурудеву и обрести полное совершенство. И вот когда вы достигаете полного совершенства, то перед смертью, то тогда, да, может, я могу признать, что вы получили настоящее посвящение и божественное знание, иначе без этого дивягьяна, божественного знания, как можно служить Гурудеву. Да, то есть нужно именно сейчас этим заниматься, не ждать, пока жизнь кончится, как, например, Друвы Прахлады Махараджа, они получили посвящение в
возрасте, около 5 лет всего. И вот смотрите, этот путь, если мы по-настоящему искренне, именно сейчас, во время дикши, если вы полностью предались во время дикши, тогда вы можете получить дивагьяну. Дикша значит достичь дивагьяны. И Шрила Прабхупад говорит, как это возможно. Кто-то заявляет, что получил посвящение 40 лет назад, но нет божественного знания в его жизни, живет как животное. И как он может заявлять, что он получил посвящение? Нет, я не признаю этого, поскольку мы из Гауди Матха, будьте осторожны. I cannot speak that. Не сахаджи, я не могу говорить так. Если Харибол входит в наше сердце, то мы можем его повторять. Если нет, то, соответственно, тоже нет. И вот Шрила Прабхупад говорит снова и снова, что те, кто сразу уходит после получения дикши, то это не настоящее посвящение. Дикша — это значит гурусева. Что такое гурусева? Гурусева — это не значит служение телу Гурудева. Если Гурудеву там 80-90 лет, то служить просто что-то стирать или убирать — это не гурусева. Гурусева — это служение татве. Рупа и Санатана, они разве жили со своим Гурудевом, чтобы стирать одежду или еще что-то делать? Или Шрила Прабхупад, он тоже этого не делал. Гурусева значит не лакусева. Есть два вида сева, служения: гурусева и лакусева. Если вы находитесь с Гурудевом и стираете его одежду, готовите, то все равно можно, я могу доказать, что вы совершаете лагусеву, поскольку вы надеетесь что-то получить от Гурудева. Если так, Гурудев, когда оставит свое тело, то такие люди надеются что-то получить после этого. Гурудев в одной статье, которая называется «Гуру Сева», он пишет, что те, кто приходит служить Гурудеву, чтобы получить что-то взамен от Гурудева, они никогда не получают посвящение, они обманщики. Они не знают по-настоящему, что такое «Гуру Сева». «Гуру Сева» значит без какой-либо корысти и лицемерия, поскольку если мы совершаем гурусеву и что-то ожидаем взамен, то мы получим то, что мы ожидаем, а не настоящую милость Гурудева. Поскольку вот вайшнавы, они подобны деревьям, исполняющим желания. Если мы приходим к Гурудеву, чтобы стать знаменитыми, то служаем, мы получим эту знаменитость, эту славу, но не получим настоящего. И вот Гуру Махарадж пишет: Тате Гуру Шеве Кое Кришне Севон Майя Жал Чути Пай Кришне Чарон Чайтан Чардан. И вот Чайтанья-чаритамрита говорится, Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур, они пишут, что через Гурусеву, если мы совершаем садгуру-севу, садгуру значит все 24 часа он занят Кришна-севой. Садгуру значит все 24 часа Гурудев занят Кришна-севой. И если мы служим Гурудеву, автоматически мы также служим Кришне. Понимаете? Поскольку без Кришна-севы, без Гуранга-севы нет никакой альтернативы в жизни моего Гурудева. Как, например, я видел, что мой Гурудев даже повторил Харинам во сне. Вроде внешне он как бы спит, но его язык он повторял Харинам. Он совершал служение непрерывно. Я уже сказал, что Садгуру и Садшишья
у них есть авеш, это буквально, они заряжены некой энергией, подобно индукции, подобно магнитному полю. И вот они находятся в этом материальном мире, но они не чувствуют никаких проблем, которые, возможно, вокруг происходят иногда. В Вишвана Чакравати он пишет, что Гурудев не отличен от Кришны, Гурудев не отличен от Гурухари. Это не значит, что он не отличен от него, не меньше, не Гурудев, не меньше Кришны, не отличен от Шри Кришны, поскольку Шри Кришна, Гурухари и Нитьянанда, они являются в форме Садгуру. Кто-то спрашивает меня о Махарадж во Вриндаване. Говорят, Гуруде Бхагаван Джай, это хорошо или нет. Я говорю, смотрите, это, если говоря, то есть это как бы правильно, если мы говорим Гуруде Бхагаван Киджай, это с одной стороны правильно, но мы в Гауди Матхе не говорим так, поскольку не все могут понять этого. И вот Гурудев, он не отличен от Шри Кришны, но разница в том, что он в форме севака в Виграхе. Радхарани и Кришна, они не отличны друг от друга. И вот Гурудев, он приходит в форме севака в Виграхе, а Кришна севи в Виграхе. То есть Гурудев приходит в форме тот, кто служит, а Кришна тот, кому служит. И вот можно найти много садгуру в этом мире, может, многие из них ушли из этого мира. Иначе, как мы получаем эту возможность, они, несомненно, они должны быть в этом мире. Вот садгуру есть здесь. И вот если вы находите, что наш Гурудев Мадхьямадхикари, то что делать, оставлять такого Гурудева? Нет, если Гурудев Мадхьямадхикари высшего уровня, то мы не должны оставлять такого Гурудева. Мы должны ждать, поскольку если ваш Гурудев, и у него идеальное поведение, он знает этого гьяну, то сегодня, может, он не достиг Парамахамса уровня, но все же он может давать посвящение, у него есть такая сила, но это не значит, что... А если вам Гурудев говорит одно, а сам делает другое, то это плохо. Например, какой-то гуру говорит, что не нужно общаться с женщинами, а сам с ними общается, то нельзя говорить, что он Мадхьямадхикари или даже Канишка, просто падший какой-то. И вот, может быть, в этой жизни у нас будет такой гуру, который Мадхьямадхикари высшего уровня. Да, но мы не должны оставлять его, поскольку он, если его характер идеален, он пытается что-то делать, но он может достичь уровня Парамхамсы вскоре и получить нитья-севу и определение садгуру, научное определение садгуру таково, что когда можно говорить, что наш Гурудев Садгуру, то есть если у нашего Гурудева вечное существо, вечное существование на Галуке, то он есть Садгуру. Вот я, смотрите, вот, например, мы обрели в качестве гуру какого-то гуру Мадхьямадхикари высшего уровня, и такой гуру, он может достичь совершенства в своей жизни, это хорошо, и никаких проблем в этом нет. Но смотрите, нитья сиддхи и садан сиддхи, нельзя различать их славу. То есть сейчас он, то есть человек в этой жизни достиг совершенства или уже пришел совершенно.
то их слава она одинаковая. И вот мы должны быть осторожны с Гуру Таттва. Если мы хотим служить Гурудеву как Экалабхья, то никакого успеха не достигнем. И вот кто такой Экалабхья? Он пытался служить Гурудеву, но не было неинтересно, что хочет от него Гурудев. Он, не спрашивая разрешения и позволения, он не делал то, что хочет Гурудев. То есть ему было неинтересно, будет ли Гурудев доволен его служением или не будет. И вот он поместил перед собой изображение Гурудева и аскезы какие-то совершал, но бхакти он не получит. И вот если кто-то хочет следовать пути Экалабхи, то можно следовать, конечно, но толку не будет. Если Гурудев говорит делать баджан, совершать баджан каким-то определенным образом, то мы должны следовать его словам. Bhagavad also using Acharya Nam Bijaniya Nava Manetaka Rishit. И в Бхагаватам говорятся такие слова, что будьте уверены, что я. So this way actually, you see. И будто говорится, что Садгуру он Ачарья, он не отличен от Шри Кришны, и мы должны служить Гурудеву, Гуру Таттве. Есть Лагусава и Гурусава, Аднасава, Лагусава. Мы находимся с Гурудевом, но заняты какой-то Лагусавой, а не Гурусавой, понимаете? То есть нужно показывать, что мы служим Гурудеву все время. Но это служение оно может не быть Гурусавой, а Лагусавой. То есть люди могут под видом служения Гурудеву служить Майе. А Рупа и Санатана Джива Госвами, Рагунадас Госвами, он был далеко от своего Гурудева. Внешне Санатана Госвами, он тоже был далеко от своего Гурудева. И Шрила Прабхупад, он тоже был далеко от своего Гурудева, но все же они совершали идеальную Гурусеву. Будьте внимательны. Это очень важный фактор. Они все время совершали Гурусеву. Лагусева и Гурусева, вы должны понять разницу между ними. И вот Экалабхи не был заинтересован в том, чтобы Гурудев был доволен его служением. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж, он писал, что ученик он был должен думать о том, что его действия, то, что он делает, доволен ли Гурудев его действиями или нет. И вот Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж говорит, что мы всегда должны думать о том, чтобы Гуру и Вайшнавы они были довольны нами. Если мы не заинтересованы в этом, то может что-то много чего делаем, но никакого успеха в жизни мы не достигнем, придется нам вернуться в этот материальный мир. И также Садгуру, он никогда не избирает обусловленных душ в качестве ачарьи. Садгуру никогда не выбирает Бададживу как ачарью, потому что Садгуру он организует ситуацию таким образом, чтобы большинство людей получили наибольшее благо, это самое главное. Поэтому великий ачарья, перед тем, как оставлять этот материальный мир, и все ученики приходят к нему, и они говорят, что мы знаем, что вы оставляете этот материальный мир, но вы никакого ачарья не выбрали, кто же будет ачарья. И Гурудев помолчал и сказал, что я не вижу никого, кто бы был совершенным. Я не вижу никого, кто бы мог бы быть ачарьей. И тогда все ученики говорили, и что тогда общество разрушится.
если вы не выберете никакого ачарью, все наше общество развалится. Ну вот этот Будда, он сказал, что это общество, оно появилось по милости Нитянанды. И если сейчас по желанию Нитянанды это общество развалится, то пускай развалится, но я не буду назначать какую-то обусловленную душу ачарьи. И вот мы должны быть очень осторожны. И вот смотрите, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж в своей жизни, если мы будем следовать ему, он пришел к Шиле Прабхупаде. Если мы будем изучать жизнь Шилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, то мы увидим, какое служение он совершал всю свою жизнь. Он пришел к Шриле Прабхупаде, он только получил работу в порту. И вот там какое-то время работал. Но перед этим в том месте, где... Но в том месте, где он родился и жил, в области Яшура, Джашура от Калькутты, это ну, где-то два с половиной часа ехать, не так далеко. Но сейчас Бангладеш, к сожалению, на той территории. Но раньше это была одна Индия. И вот он там общался с преданными, он слушал Джавадхарму, читание Бхагавату от... И вот Бхактивек Бхарати Махарадж, там его, он его родственникам приходился, и вот Бхакти Пури Госвами Махарадж, он их слушал Харикатху от него, и вот он слушал Шили Бхактивинода Такури, и он хотел приехать, он родился в 1899 году. Он хотел приехать и получить даршан Шили Бхактивинода Такура, но как-то не получилось, он был достаточно мал в то время. И вот после этого, как он закончил свое образование, он устроился на работу в порт. Он был из достаточно бедной семьи, поэтому вынужден был работать, жил на Шелде в каком-то арендованном этом доме, и Киртан Ананда Прабху и какие-то преданные ученики Шрилы Прабхупады, они распространяли Гаудию от двери к двери, и вот Гурудев получил патрику на Гаудии. Он, когда прочел, вот он вспомнил, и он захотел встретиться с Шрилой Прабхупадой, поскольку это Гауди, он понял, что это Гауди, это не обычное, не что-то обычное. Он увидел огромную силу в этих строках. Я много раз говорил, что садгуру он может оказывать влияние на садшишью. То есть на настоящего ученика, который находится далеко, своими словами, письмами, своим просто видом. И вот Гурудев, он хотел узнать, где можно встретиться с Шрилой Прабхупадой. И вот они сказали, что вот Гауди Мат только открылся на улице Ультаданги в Калькутте. И вот там в съемном помещении, там он находится, и вот Гурудев закончил свою работу и поехал на Ультадангу, чтобы слушать Харикатху Шрилы Прабхупады. Харикатха, она очень важна, даже говорится, что мы можем оставить всю севу, если мы
получили возможность слушать настоящую харикатху, настоящая сатсанга, она очень важна. Если у нас есть возможность совершать сатсангу, то мы должны ей приоритет давать. И вот он пришел, так, и так он следующие дни он также, каждый день он ездил к Шили Прабхупаде, а в выходные он там находился и пытался как-то служить. И вот Гуру Махарадж начал служить так Шри Прабхупаде, и однажды Гуру Махарадж пришел, он запоздал, он переоделся и были какая-то обувь, он, и в этой обуви был скорпион, он не заметил. И он укусил его, и, он и потом он смотрит, там скорпион, который его укусил, и это скорпион ядовитый, но все равно Гуру Махарадж поехал к Шриле Прабхупаде, чтобы слушать харикатху. Он был настроен решительно, что нет, я не пропущу этого, несмотря на то, что его скорпион укусил, он сидел, мучился, и Шрила Прабхупада понял, что что-то случилось. И если он спросил, что случилось, но Гуру Махарадж ничего не сказал. Он, и, но впоследствии сказал, что вот скорпион укусил, я был, спешил, одел эту обувь, а там скорпион внутри был. Шрила Прабхупад был очень доволен им, и в то время он пролил всю свою милость на него. Его сердце было, его сердце его растаяло. Он увидел, что с таким влечением к харикатхе вот, не может быть какой-то обычный человек. Он, и после этого Гуру Махарадж получил посвящение на день Джанмаштами в 1923 году, я думаю. И там, хотя в то время финансовое положение было очень плохо, отец умер, у них уже еще какие-то братья и сестры были, но все же Шрила Пури Махарадж оставил все и присоединился к миссии Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупад говорит, если мы не разовьем непривязанность, отречение, если мы все же склонны к каким-то материальным наслаждениям, то наше посвящение, оно несовершенно. То есть я не говорю, что мы сначала должны от всего отречься, а потом прийти к Гурудеву. Нет, то есть если нам как бы надоели все эти материальные наслаждения, но все же они приходят, то все равно мы должны получить посвящение. И вот после того, как он получил посвящение, он присоединился к Гаудия миссии, совершал служение, и после, и впоследствии Гаудия Матх был основан в месте Бхак-базар. In Calcutta city, first it was Gaudiya Mission. Here, so already Chaitanya Mahaprabhu is there trying. They are trying best. This way, actually doing seva, and Prabhupada giving a special seva. И вот Шрила Прабхупада дал ему особое служение в Ване, Ване Сева. Special Ване Сева. From the very beginning, Guru Maharaj giving his Ване Сева, and up to last. И до последнего момента своей жизни. Гуру Махарадж говорил, это ручка, о мой сын, Шрила Прабхупада дал мне эту ручку. И до сих пор я не могу писать должным образом. Он, когда Гурудев писал мне письмо, то почерк был такой, как сказать, не особо красивый. Это тяжело было читать. И у меня есть даже письмо Шрилы
Прабхупады Шрила Пури Госвами Махараджу с его подписью. Я даже показать его могу. И вот его подпись была Сиддханта Сарасвати у Шрилы Прабхупады. И Гуру Махараджу было дано служение, такое служение Ванисеву. Ванисева, и вот Гуру Махарадж говорил до последнего момента своей жизни, что Шрила Прабхупада дал мне ручку, и вот я до сих пор пишу всю свою жизнь, и впоследствии какие-то он был главным редактором. After that, so on, so many editors. After that, Guru Maharaj also as editor. И вот Гуру Махарадж был главным редактором Гауди. И все время мы видели в нашей жизни, Гуру Махарадж никогда не говорил ничего, что бы не сказал Шрила Прабхупад. Все время Гуру Махарадж говорил, что Шрила Прабхупад сказал так, так и так. Он всегда говорил о том, что сказал Шрила Прабхупад. И он говорил, что мы должны следовать Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупад, он главный мильный камень в Гаудия Матхе. Бхактивинода Тхакур, он был пионером. Он был первый, кто создал Гаудия Матху, но все же Шрила Бхактивинода Тхакур, он передал все обязанности, все он передал все Шриле Прабхупаде. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он был первый, кто начал проповедовать Гаудия Сиддханту на различных языках иностранцами и всем остальным. Он был первый, кто начал проповедовать учение Гауди на различных языках. Но Шрила Прабхупад всю ответственность за это он передал Бхактисиддханте Сарасвати. И для этого Шрила Прабхупад он и вот также Махапрабху он вложил в него свои силы, и в Писании говорится, что проповедь начнется с Уткале Пурушоттама, с Пурушоттам Дамы. И Шрила Прабхупад говорил, что проповедь, она возможна только для могущественной личности, которая может так влиять на своим идеальным идеальной жизнью на всех остальных. Я говорил, что проповедь может совершаться двумя способами, позитивным и негативным. Позитивная проповедь, она очень медленна, но очень надежна. И очень долговременно, как Удава. Удав, он хотел проповедовать Гопи, но когда вот его отправили в Раджадхаму, чтобы он проповедовал в Раджавасе, но Удав, он когда пришел туда, он понял, что они больше, чем он. И Раджадхам — это не место проповеди. И поэтому Удава совершает баджан в Раджадхаме и совершает аскезы на Удавкунде. И в другой сварупе он находится, в Бадрикашраме. Вриндаван — это не место проповеди. И вот проповедь может совершаться двумя способами, негативным и позитивным. Позитивным образом, как это как Гопи Радхарани. В Брамаргите они говорят. So all preaching was there in front of Uddhav. Uddhav gone mad. И Удав, когда он услышал слова Радхарани, он буквально сошел с ума от такого великолепия, от такой совершенной проповеди.
вот негативная сторона вот есть агасур и бакасур, они заявляют, что они на стороне Кришны, но по их действиям можно видеть, что все наоборот. Будьте внимательны, проповедь иногда могут вайшнавы проповедовать своим этикетом. Иногда вайшнавы никуда не ездят на проповедь, но все же они, их проповедь можно найти, что она по всему миру, как Гуру Кешавада Бабаджи Махарадж никогда не ездил в никакие западные страны. Рупа Санатана Джива Госвами Пад, они тоже никуда не ездили, но их поведение, оно само по себе проповедь. Иногда кто-то, чье-то поведение, чье-то характер, он сам по себе проповедь, как, например, Шрила Прабхупад, Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, Бхактивинода Такура, они не всегда куда-то ездят и говорят, или как Шри Госвами, например, они тоже никуда не ездили, но их поведение было настолько могущественно, что весь мир, все знают о них. Иногда Гуру Кешавада Бабаджи Махарадж, он принимал Мауну Врату, обет молчания, но все равно они, их проповедь, она сама по себе распространялась. Ачаран, идеальное поведение, это самое главное. И вот с помощью такого идеального характера, идеальной жизни они проповедуют по всему миру, никуда не ездя. И вот Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он начал служить Шрили Прабхупаде. И после этого что случилось? Он совершал Ванисеву всегда. И постепенно в 1936 году, 31 декабря или... Ну, смотри, как считают, то это около полуночи случилось. То есть, смотри, как считать, то есть, это либо 36-й, либо 37-й год, просто в новогоднюю ночь случилось, что Шрила Прабхупад ушел из этого мира, и Гуру Махарадж совершал служение. Шрила Прабхупаде Гуру Махарадж сказал, перед тем, как оставить тело, он хотел, Шрила Прабхупад хотел дать саньясу мне. И Шрила Прабхупад, он говорил, что Парамананде нужно дать саньясу. И последнее время Шрила Прабхупад, когда он отправился в Пурушоттам Даму, в Читак Парвата Гаудиамат, и после этого Гуру Махарадж был также там, и он пришел. Приехал, Гуру Махарадж приехал в Триданди, Гаудиамат, в Бхуванешваре, из Нилачалы Пурушоттамдамы в Бхуванешвар, в Триданди, Гаудиамат, и там Шрила Прабхупад. Он явил лилу болезни, и в Пури также он являл лилу болезни. И вот он сказал, что я хочу дать саньясу Пранавананде. И что случилось дальше? То есть он там явил такое желание, чтобы дать саньясу Пранавананде. И вот потом Шрила Прабхупад вернулся из Бхувнешвара в Гаудиамат в Калькутте, и там он опять явил лилу болезни. И Гуру Махараджа была возможность служить Шрила Прабхупаде 12 часов. Вот,
два брамачари было, Парамананда брамачари и Пранава Ананда брамачари. И вот один 12 часов и другой 12 часов служили и ночью. Пранавананда брамачарья днем, Парамананда брамачарья. И Гуру Махарадж говорил перед тем, как оставить тело, где-то за около за три дня, да, и никого не было, я пришел к Шриле Прабхупаде, Шриле Прабхупад лежал на таком на полукресле, полукровати. И тогда стопы Шрилы Прабхупады были там, и вот я пришел, поклонился лотосным стопам Шрилы Прабхупады, я взял его стопы очень аккуратно и поместил их к себе на грудь, и Шрилы Прабхупад, он открыл глаза, кто Пранавананда. И Гуру Махарадж говорит, за всю свою жизнь я никогда не забуду этот взгляд Шрилы Прабхупады, когда Шрила Прабхупада спросил, кто это Пранавананда, и эти слова, они вошли в мое сердце, и Гурудев говорю, я их никогда не забуду. Настолько много любви было в этих словах. Он смотрел на меня таким образом, с сердцем полным сострадания. Я никогда не забуду его взгляд. И Шрила Гурудев говорил, Шрила Прабхупад смотрел на меня с таким состраданием. Я никогда не могу забыть. И его слова, они всегда, навсегда останутся в моем сердце. И Гуру Махарадж плакал. И через буквально несколько дней, через три дня, я только закончил мое служение, 12 часов закончилось утром, около трех часов утра. И вот я писал на 100-летие явления Гурудева. И в другой статье Амар Кичу Катха. So actually, that time. И вот в то время. While I wanted to speak, Guru speaking. Гуру Махарадж сказал. I can never forget. Я никогда не забуду это сострадание, это любовь Шрилы Прабхупады. I think all information. Я думаю. Guru speaking. И after that I come back, I can go and get it. Guru check up then. И вот я эту статью, когда писал, я написал все, потом пошел к Гурудеву, чтобы он проверил. И там Гуру Махарадж сказал мне, когда я закончил Нишанта Лила, когда ночь кончалась, и перед рассветом вот Шрила Прабхупад оставил тело вот в эту Нишанта Лилу. И вот в то время Гуру Махарадж только вышел из комнаты, и Парамананда Прабху зашел, чтобы принять это служение. И вот Гуру Махарадж только спустился на 5 ступенек и подумал, если Шрила Прабхупад уйдет, то что делать? И вот он спустился еще на 5 ступенек, и Парамананда позвал меня, о, Пранавананда, иди сюда. Я думаю, Шрила Прабхупад ушел. И вот, считай, в то время Шрила Прабхупад оставил тело. И вот Гуру Махарадж говорил, я не могу объяснить словами то, что я почувствовал. Ни в каких томах книг нельзя описать это. Только те, кто могут почувствовать, как в день ухода Шрилы Харидаса Такура тяжело
объяснить то чувство, которое чувствовали преданные, когда ушел Шрила Харидас Такур. Что случилось в то время, когда Шрила Прабхупад ушел из этого мира? Сам Махапрабху плакал. Он взял тело Харидас Такура и танцевал с ним, и плакал. Who can describe? Who is that philosopher who can represent this? И кто этот, кто может описать это словами? И вот Гуру Махарадж говорил: нет никакой философии, никаких слов недостаточно, чтобы описать эту практическую ситуацию, которая случилась в то время во всем мире. Новость по всему миру разошлась, что Шрила Прабхупад ушел. И те все преданные и непреданные, они все узнали об этом. И Гуру Махарадж сказал: одно странное случилось, когда Шрила Прабхупад оставил тело, все часы они остановились на той минуте, на той секунде. Все часы в Гаудия Матхе они все остановились, когда Шрила Прабхупад ушел. И Гуру Махарадж сказал: вы не поняли, какое значение это. Я по милости Гурудева написал так, что все часы остановились, это значит, что Шрила Прабхупад ушел в Нитялил навсегда, а это материальное время не имеет никакого значения. И вот Гуру Махарадж прочитал это, он был очень доволен, что материальное время, оно бесполезно до тех пор, пока мы находимся в этом материальном мире, мы должны следить за временем. Оно бесполезно, по большому счету. Но в трансцендентном мире у Майя-деви нет права быть в том духовном трансцендентном мире. И поэтому там вопроса времени нет. Майя-деви, она может являть свою силу только здесь, в этом материальном мире, но там трансцендентное, она не может влиять. И вот перед тем, как оставить тело, Шрила Прабхупад был там. И вот за около пяти дней до того, как оставить свое тело, он попросил преданных петь этот киртан Сирупа Манджарипада. Давно, когда Шрила Прабхупад, он когда отправил Пранавананду на радио, и вот Шрила Прабхупад, он отправлял Пранавананду на радиостанцию в Калькутте. Они объявили, что из Гаудия Матха приходит Брахмачари, он будет петь какую-то песню на радио. И Гуру Махарадж говорил, вот он пел Гопинатху Мама Нивиданасуна. И вот он спел по радио эту песню, и все слушали. Но в то время только радио было, и Шрила Прабхупад был в Дарджилинге где-то в той области. И Шрила Прабхупад слушал, что Пранавананда поет в Калькутте по радио этот киртан. И таким образом этот Махапуруш служил Шриле Прабхупаде всегда до последнего момента. И мы не можем поверить, когда Гуру Махарадж был в Калькутте, в сочетании Гауди Матхи с Шрилой Бхакти Дайта Мадхава Гусаем Махараджем. Он был главным редактором читания Вани после того, как ушел Шрила Прабхупад. Он был редактором Гауди Патрики под руководством Кунджа Бихари Видьябхушана Бхакти Виласа Тирти Махараджа.
И вот он редактировал всю ночь, писал. Гуру Махарадж говорил, я сижу в моей комнате и пишу какой-то брамачарья, 2 часа ночи или в 1:30 мимо проходил и смотрит, вы не спите. Я сказал, что вот сейчас собираюсь спать. Брамачарья, там туалет был недалеко, они ночью, если кто-то в туалет ходил, они смотрели, что Махарадж не спит. Потом собирается спать, потом опять собирается, там следующий брамачари идет, уже почти 3, Махарадж еще не спит, потом в 3:30 уже этот колокол звенит, уже вставать пора, и вот так. Шрила Пури Махарадж сказал, вот сегодня не заметил, но ночь прошла, вот только закончил писать, но спать уже некогда, уже арати начинается. И таким образом день за днем Гуру Махарадж служил. В Шри Прабхупаде какие-то люди с порта приходили посетить Махараджу. И кто-то спрашивал у Махараджа, день и ночь пишите, а кто читать это все будет. И вот эти вот люди Спарта спросили, но Шрила Пури Махарадж, наверное, сказал, я не пишу для того, чтобы получить славу и известность. Шрила Прабхупад сказал мне, совершать Ванисеву, я ее совершаю. Может, среди всего мира один или два человека прочтут, я не надеюсь, что тысячи людей будут это читать, но кто-то может прочесть и обрести благо, и это мое пранами. Я не могу надеяться, что тысячи людей будут читать, и все сразу обретут благо. Нет, обусловленные души, мы не можем давить на них. Обусловленные души, они значат, что они на то и не обусловлены. Они могут делать то, что их попросят, а могут и не делать. И вот за всю свою жизнь Гуру Махарадж совершал Ванисеву, и после этого он поклонялся Гопинатху. Это божество Гопинатха, с его дома было, и потом он служил в Калне, в Ананта Васудев Мандире. И от Заминдара Бардамана он получил этот храм. Потом он присоединился к Мадху Шрила Бхакти Дайте Мадху Гасай Махараджа, чтобы служить Шри Прабхупаде таким великим образом, поскольку Шрила Мадху Гасай Махарадж, у него было идеальное поведение, идеальный характер. И Гуру Махарадж решил присоединиться к Мадху Шрила Бхакти Дайте Мадху Гасай Махараджа и служил там в качестве главного редактора читания Вани. Ну, он не хотел никому давать посвящение, но все равно приходили какие-то люди, просили, чтобы он им дал дикшу Харинам, и тот Шрила Пури Гасай Махарадж был вынужден кому-то дать дикшу Харинам и дикшу. Но потом он открыл Гопинат Гаудиамадх и начал новую миссию. И таким образом мы тоже пришли. И так проповедь она продолжалась, но всю жизнь Гуру Махарадж он давал нам ясное представление о Гуру Таттве, чтобы мы могли понять настроение Шрилы Прабхупады. Я уже сказал, что те, кто пришли к Шриле Прабхупаде, но через какое-то время они оставили Шрилу Прабхупаду. Они пришли к Шриле Прабхупаде, чтобы получить Харинам Дикшу. И мы видим, что кто-то оставил Шрилу Прабхупаду, и такая... Но это
То есть они не смогли принять такую великую сиддханту Шрилы Прабхупады. И вот Гуру Махарадж, он говорил им, что вы все ученики Шрилы Прабхупады, я не ваш гуру. То есть когда он дал посвящение, он говорил, что я не ваш гуру, ваш гурудев Шрила Прабхупад. Я не ваш гуру. Шрила Прабхупад, он джагат гуру. И вот сейчас я вернусь к той шлоке, с которой начал. И вот Кришна говорит, Гурусева, она может дать мне полное удовлетворение. Гурусева, она полностью насытит нас. Через Гурусеву я полностью доволен. Кто-то может поклоняться кому? Кришне. И избегать Гурудева. Понимаете, сейчас я очень особую сиддханту говорю. Если вы будете игнорировать Гурудева и заниматься только виграхасавой, это ваше падение в баджане. Даже нет, если вы служите Гурудеву и будете игнорировать Гуру Варгу, то это тоже вы потеряете свой баджан. Вы вроде слушаете Гурудеву, но вы не уважаете его Гуру Варгу, то это тоже будет причиной падения. И сейчас я приведу пример Гуру Севака. Я приведу пример, яркий пример Гуру Севака из жизни Рамануджачарьи. Может, вы слышали о Куреше? И в их сампрадае говорится, что Куреша это Амша, Рамануджа Лакшман Амша. И вот Рамануджачарья, он гуру Куреша. И гуру Рамануджачарья Ямуначарья. А Гоштхапурна, он обрел особую мантру, которая очень редка. И вот на день явления Рамануджачарья говорил об этом, и вот он получил особую мантру. И он получил эту мантру от Гоштхапурны. Но Гоштхапурна сказал ему, чтобы никому эту мантру не давал. Но когда Рамануджачарья приехал в этот Шрирангам, он эту мантру начал громко петь. И 80 человек услышало ее. И Гоштхапурна, когда узнал об этом, сказал, зачем ты это делаешь, ты в ад попадешь. И он сказал, что вы мой шикшагуру, если я отправлюсь в ад, это хорошо, хорошо, но я не могу сдержаться, чтобы не рассказать эту мантру всем. Я хочу спасти их. Вы можете проклять меня, оставить меня, если хотите, но я хочу спасти всех обусловленных душ, поэтому я говорю, дал им эту мантру, и Гоштхапурна был доволен им, что ты, что хорошо, так и пускай так и будет. Гурудев может говорить, чтобы мы его имя и славу не говорили никому, но это не всегда распространение славы Гурудева, оно может быть не следованием совет наставлением Гурудева. И вот Куреш, он решил, он был очень богатым человеком, и он подумал, что если могу использовать свое богатство для служения Гуру и Вайшнавам, это хорошо. И вот он и служил как-то, и оставил свою жену, и у него был сын также,
Они, он тоже посвятил свою жизнь служению, и Куреш начал служить Гурудеву. Куреш был очень могуществен, очень умен, очень разумен, у него была великолепная память. Когда ему Ямачарья оставил тело, его палец был вот таким образом. Никто не мог понять, что это значит. И Рамануджачарья пришел к Ямачарье, поклонился ему и понял значение этого знака, что три главных севака этого Махапуруша, я обещаю, под руководством вайшнавов, вайшнавской сиданты, я объясню веданту, вот этот палец открылся и дал три обещания. Первое то, что он напишет объяснение веданта Бхашью. И как это сделать, он... Но он как-то узнал, чтобы то, что была Бадайн Башья, написана Рамануджачарьей, точнее, написана Ямуначарья, и чтобы написать комментарий к Веданте, нужно было изучить эту Бадайн Башью для начала. Но она была у Майвади очень скрыта, поскольку они знали, что если Бадайн Башью будет открыто обществу, то Майвадью никто не будет уважать. И поэтому Майвадью они похитили. И спрятали где-то. И вот Рамануджачарья вместе с Курешем, попросив благословения, он пошел в Бадрикашрам. Машин в то время не было, они пешком пошли и вот дошли до этого ашрама, где был это Бадайн Башья. Они попросились на ночь переночевать, но потом до Майвади дошла информация, что они, это Рамануджачарья, он против Майвады и хочет разрушить эту сиданту Майвады. И они вот они находились несколько дней в этом ашраме и молились, что же делать. И вот Сарада Деви, она явилась им, я дала им эту Бадайн Башью и сказала, вот берите и быстро уходите отсюда. И вот, они ушли, эти Майвади, через пару дней заметили, что Бадайн Башья пропала. Сарада — это Сарасвати. Янсама Сарасвати отдала им эту Бадайн Башью, поэтому не было нужно открывать шкаф. И вот Рамануджачарья и Куреш, они быстро оттуда пытались уйти. А когда эти Майвади обнаружили, что эта Бадайн Башья пропала, они заподозрили, что они ее забрали и послали каких-то разбойников. Но эти разбойники их поймали только через месяц и несколько дней. И вот я сейчас говорю о славе настоящего ученика. И вот они поймали Рамануджачарью, начали с Рамануджи как бы с ними сражаться не стал, но Бадайн Башью забрали и увезли, и он начал молиться, что делать, хотя Бадайн Башья, она была в моих руках, но она опять ушла. И Куреш сказал, о Гурудев, не беспокойтесь, по вашей милости, ночью, когда вы спали,
Я изучил эту Бадайн Башу весь месяц и запомнил наизусть. Помню даже все пробелы, запятые и все тире в этой книге, поэтому не беспокойтесь, давайте мне бумагу, я запишу все. И вот в течение месяца Куреш и вот он так написал всю эту Бадайн Башу, и Гурудев благословил его и сказал, что ты лучший из гуру севаков. Память Куреша была феноменальная, как фотоаппарат. И потом Кримиканта, он был шайвой, он очень был разгневан на Рамануджачарью, хотел его из Вайшнава переделать в шайву, в шиваита. И вот они пошли, поймали Рамануджачарью, а Куреш был там, он узнал, что приходят, чтобы арестовать Рамануджачарью и забрать. И Куреш попросил Гурудева: «О, Гурудев, если вы любите меня по-настоящему, пожалуйста, никуда не ходите. Я вместо вас пойду, давайте вашу одежду. Возьмите мою белую одежду и выйдите с черного хода. Много служения ждет вас». Нет, но он его убедил, и они поменялись одежды, и вот саньяси одежде Рамануджачарьи Куреш вышел к этим разбойникам, и вот спросили, кто он такой, он сказал, что я Рамануджачарья, ну тогда поехали с нами к Кримиканте, и вот Кримиканта сказал: и вот Рамануджачарья был очень могущественный во время Ямуначари, что какой-то этот какое-то привидение вселилось в сестру этого Кримиканта, и он знал, что этот Рамануджачарья очень могуществен. И когда он пришел, Куреш, он представился Рамануджачарья, и он сказал, что ты должен принять Шайва-дарму, ты должен признать, что Шива наивысший. А как я могу сказать это, если все шастры, во всех шастрах говорится, что Вишну, вездесущий Господь, он наивысший? Нет, ты должен признать Шиву наивысшим, иначе я убью меня. Ну, убивайте, делайте, что хотите, но вашу точку зрения не приму, поскольку... Говорится, мукти мы можем обрести только по милости Вишну. Вот в этой шлоке говорится, что, несомненно, мукти только Вишну может дать. Но в Варанаси говорится, то есть Шива может дать только постепенные мукти. Вот Каши Маранат Мукти. Если мы попадем в Каши, мы можем получить мукти, но постепенно. И вот сейчас они спорят с Кримикантой. Они обсуждали шастры, но... Но Куреш все их аргументы разбивал. Они, нечего было больше делать, все аргументы кончились, и после этого Кримиканта был разгневался, говорит, все равно, говорит, что Шива наивысшее. Ну, он не согласился, и Кримиканта приказал своим разбойникам, чтобы они выкололи глаза этому Курешу. Но все равно Куреш звал Гурудева, и Шрила Прабхупада говорит,
этого, и такое же терпение должно быть у нас. Иначе мы не можем стать совершенным вайшнавом, как ты надо писаничина. Эти качества возможны только тогда, когда, как в случае с Харидас Такурам, когда его били на 22 базарных площадях, то Харидас Такур говорил: «О, Господь, они не знают, что творят, пожалуйста, прости их. Я хочу спасти их, они в обусловленном состоянии». И Махапрабху впоследствии сказал: когда они били тебя, я уже был там со своей чакрой, чтобы... О, Харидас, ты помнишь, когда эти яваны, мусульмане, били тебя, то в то время я уже был там с чакрой, чтобы убить их, но ты молился мне, чтобы я простил их, и я не смог их убить. I couldn't cut them because you say don't cut them. When Nityananda, I was there with him to cut Jagai Madai, but you are praying. Don't cut them. Когда Джагай Мадхай, они ударили Нитянанду, то он уже хотел убить их, но по молитве Нитянанде он пощадил. Я пощадил их, и вот что дальше случилось. Вот смотрите, и это терпение. Смирение, сколько давления, беспокойств всяких было, но все же мы должны, и вот, но все же вот он молился о их благе. Прахлад Махарадж также. И вот Прахлад Махарадж молился Нарисим Хадеву, что кто же, если не ты, спасет их. И вот кореш, истекая кровью, он все равно молился Гурудеву, что Гурудев. И после этого эти хулиганы, они заплатили какому-то этому нищему, чтобы он выкинул его, ну, подальше. Но так или иначе, он, этот кореш, дошел до Рамануджачари, рассказал, что случилось, и Гурудев сказал, что ты иди к Бхаратраджу и молись к Бхаратраджу, чтобы обрести глаза назад. И Куриш пошел к Бхаратраджу, он начал молиться ему: «О, Бхаратрадж, я не хочу получить материальные глаза, даруй мне духовные». Рамануджачарья, а вот Куриш, когда достиг Бхаратрадж мандира, он молился, чтобы обрести не материальные глаза, а духовные. И он говорил, что лучше вместо материальных глаз дай мне внутреннее видение татва чакшу. И он потом вернулся к Гурудеву: что случилось, где твои глаза? О, Гурудев, я молился Бхаратраджу, чтобы он дал мне татва чакшу, такие духовные видения, через которые могу видеть всю татву. А Гурудев сказал ему, что я, поскольку ты мой ученик, ты предался мне, я просил тебя молиться Бхаратраджу, чтобы свои глаза назад получить. Вот. Иди и делай то, что я просил. И вот он опять пошел к Бхаратраджу, сказал, что мой Гурудев сказал мне, чтобы я получил свои глаза назад. И тогда Бхаратрадж сразу он восстановил его глаза. И Куриш смог все видеть и пришел к Гурудеву. И Гурудев сказал: вот, вот это вот юкта-вайрагья называется, ты должен следовать мне. То, что я хочу, ты должен делать это. То, что ты хочешь, это не столь важно. И таким образом идеализм Куриша,
Идеализм Куреша – это наша цель. И идеализм Экалабхи – это совсем другое. Варнашама дхарме здесь тоже очень важно. Почему так много людей, они очень ругают Дроначарью, он настолько бессердечен, он в качестве дакшины попросил палец своего ученика, большой палец. Skill you get by your mercy. So where is the Dakshina? Он пришел поблагодарить Дроначарью, чтобы за его обучение, но Дроначарья спросил, а где же Дакшина? Могу дать все, что хотите. И Дроначарья сказал, чтобы он отдал ему свой большой палец. Но он спросил, а как же я буду стрелять без большого пальца? Ну вот, и также Варнашама Дхарма очень научна, то какие качества должны быть у кшатриев, мы не можем ожидать этих качеств у шудры. Будьте внимательны, не гневайтесь. Те качества, которые мы можем ожидать от кшатрия, эти качества мы не можем ожидать от шудры. Это опасно, поскольку у шудра, если он шудра, и он занимается кшатрийской деятельностью, и это очень плохо, все общество оно распадется. И поэтому то, что сделал Дроначарья, это было правильно. И он пообещал Арджуне, что никто не превзойдет тебя среди моих учеников. Экалабхи хотел, хотел нарушить наставление Гурудева и так Гурубхакти, так сказать, проявить Шрути Смрити, Пураны, Панчараты. И вот в этих всех писаниях вот говорится, что you can preach Siddhanta, not that you can memorize a Siddhanta after Gurudev gone, you can preach. Guru Maharaj used to speak somewhere. What preaching? What preaching? Вот Гуру Махарадж спрашивал, какая проповедь? Мы нужно совершать баджан сначала, осознать татву, и впоследствии только мы можем проповедовать. Гуру Махарадж говорил так, много людей приходили к Гурудеву, чтобы он благословил их на проповедь, а Гурудев спрашивал, какая проповедь? Совершайте баджан. И всю жизнь Гуру Махарадж, он совершал баджан, и через баджан Гуру Махарадж проповедовал. И сейчас мы можем отправиться на Запад, и везде есть фотография Шрилы Гурудева, даже в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в аэропорту висит его фотография. Вот это Рамдас кто-то повесил. Он крупный этот налогоплательщик в том штате. Там друг в аэропорту работает, и вот он повесил фотографию Шрилы Пури Махараджа в аэропорту, чтобы все прилетающие в Америку увидели Шрилу Пури Госвами Махараджа. И вот те, кто видит его, вы не можете просто стоять, ваша голова она сама опустится. Много раз мы видели, какие-то маленькие дети приходили в комнату Пури Госвами Махараджа, Гуру Махарадж сидел, если кто-то приходил к нему, то Гурудев, он первый кланялся этому человеку. Даже если какие-то дети маленькие приходили, Гурудев все равно первым кланялся. То есть
то есть он кланялся перед тем, как кто-то ему кланялся, мы видели это, настолько он был смирен. Можно вспомнить, в 96-м году Шанта Госвами Махарадж и другие преданные, они все пришли, Гурудев не мог спуститься вниз, и все беспокоились, и вот Шанта Госвами Махарадж с некоторыми преданными пошел в комнату Шрилы Пури Госвами Махараджа, и Гурудев сказал, что я неудачлив, все вайшнавы пришли, чтобы благословить меня, я не могу спуститься даже к ним, чтобы получить вашу милость. И это настроение вайшнава. И у меня нет права говорить, что я его ученик. И вот Тринадапи, мы должны узнать это качество. Вот Шрилы Пури Госвами Махараджа, иногда мы думаем, что Шрилы Прабхупады нету Тринадапи, или у Шрилы Кешава Госвами Махараджа, или у Шанты Махараджа, который очень жестко иногда говорит, не надо так думать, мы должны следовать сердцу этих Махапуруши. Они могут говорить жестко, поскольку они более смиренны. До тех пор, пока у нас нет качества смирения, нельзя говорить такую огненную речь. Если у нас нет настоящего качества Тринадапи, то нету права. Это такая огненная речь, она не явится из наших уст до тех пор, пока у нас нет настоящего качества Тринадапи. У Шрилы Кешава Госвами Махараджа есть это качество Тринадапи, поэтому он может говорить подобно огню. Только тогда, когда у нас появится качество Тринадапи, тогда мы сможем говорить об абсолютной истине. Гурудев говорил, почему вот Искон Гаудия Матха не борется друг с другом. Искон произошел от Гаудия Матха, мы одна семья. И у нас должна быть любовь и уважение друг к другу. Мы из одного течения. И мы должны вместе проповедовать славу Шри Чайтанья Махапрабху, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что во всех деревнях и городах вскоре можно будет услышать имя Шри Чайтанья Махапрабху. Это по милости Гаудия Матха, по милости Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати, по милости Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты Свами Махараджа. Все знают о славе Махапрабху. Иначе у меня нет возможности ехать в западные страны, но кто-то может, и они делают и проповедуют там. Западные страны — это значит майя. Хотя какие-то могущественные саду, они не чувствуют никакого влияния, как Шрила Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж. Он ездил проповедовать на Запад, но он чувствовал, что он во Вриндаване. Но есть какие-то саду, которые могущественные, они могут проповедовать. И вот мы должны избегать осквернения в нашей жизни. Если мы не можем избегать осквернения тела и ума, то мы не можем продвигаться дальше. Я узнал все вот от этого Махапуруша, мой Харинам Гуру, Дикша Гуру, Веш Гуру, Шикша Гуру, он один. Это Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Я все получил от него, Харинам, Дикшу, Шафран, Саньясу, и он мощный Шикша Гуру. Я все получил от одного источника. Долго я не помню, когда Шрила Бхакти Ралап Тирта Госвами Махарадж был в Калькутте. Давно было достаточно, я не помню, какой год точно был.
Гуру Махарадж позвал меня, и потом никого не было. Гуру Махарадж сказал, что завтра он даст мне вот Бабу Дзивеш. И всю ночь, это день Расапурнимы был, и в Пурушоттам Дхаме это было, где Гуру Махарадж оставил тело. И вот согласно Шри Бхактивинода Тхакуру, это наивысшая випралампа кшетра. И вот Пурушоттам Дхама – это наивысшая випралампа кшетра для Гаудия Матха, поскольку сочетание Махапрабху, он сам говорит, он являет такую Гопи-бабу, Рада-бабу. И там Чайтанья Махапрабху ушел из этого мира. И Гуру Махарадж был там. И вот и вот actually whole night I was there rooftop whole night I'm thinking. И вот я был всю ночь на крыше, думал, что делать дальше, какие мои обязанности будут. И Гуру Махарадж после того, как я принял омовение, повторил аник, я пришел к Гурудеву. Гурудев сказал, я всю ночь думал о твоей будущей жизни, что делать. И я был удивлен, я очень незначительная душа, и я думал также о том, что делать дальше. И вот Гуру Махарадж, он пошутил со мной, и потом он дал мне эту Бабу Дживеш, объяснил мне все значение, и никого не было, кроме меня. Он дал мне мантру и дал указание, что я должен защищать славу этого Баба Дживеша, этой саньясы, чтобы это слава и величие этого Баба Дживеша, она сохранялась. И вот вскоре Гуру Махарадж ушел из этого мира, и потом, после того, как я получил Баба Дживеш, я приехал в Калькутту, встретился с Шрилой Бхакти Валлабхой, Тиртха Госвами Махараджем, вместе с Ришикеш Махараджем. Одному мне стыдно было заходить. Он видел меня в шафране всегда, но я пришел к нему, и Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж сказал, почему Шьямала Кришна в белой, в Баба Дживеше, а нужно было саньяс принять. А я сказал, нет, вы должны проповедовать. А он сказал, что нет, Кришнадас Бабаджи Махарадж, он проповедовал с нами, и ты тоже. Давай. И вот Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж, Гири Махарадж, Наянананда Баба, Сагар Махарадж, Бон Баба, ученик Госвами Махараджа. Кто нет? Так много преданных. Они мне сказали, что я должен проповедовать, но что я могу сделать? И поэтому я пытаюсь понять ума, настроение Сиддханту, и я хочу исправиться, если что-то могу сделать. И по милости Гурудева я пытаюсь сделать лучше из того, что могу. После того, как Гурудев ушел, много чего случилось, но так или иначе, я совершал ванисеву все время. Я отправился во Вриндаван, там, но когда я говорил Харикатху, часто кому-то не нравилось, я самый удачливый во всем Гаудия Матхе, только мне позволили говорить Чайтанья Матхе на Ясасане Шрилы Прабхупады, но потом они не смогли слушать эту абсолютную истину, но все же Брахмачари Саньяси потом слушают вот Харикатху Бабаджи Махараджа по
в записи. И вот я пытаюсь совершать ванисеву, хотя у меня нету способности. И так или иначе, я молюсь, чтобы Гурудев даровал мне милость духовного мира. Если есть вопросы какие-то. So now you can put question because there we cannot give time because so much chaos roadside temple. If you have any question, you can speak. Tomar ki question chilo? Tumi to ghumocho. Now question chilo. Ha, bolo. Question bolo. Hey, you can come up this point. Ye rakshine poshno na, adhiye poshno. Bolo, agar din to akhono bolo. Apnar গুরু মহারাজকে এটা আমি শুনেছি যে প্রভুপাদ যে গুরু মহারাজকে যখন সন্ন্যাস দেওয়ার সংকল্প করলেন না দ্যাট ইজ দ্যাট আই আই ইউ নো কুশোত্তম ইউ ক্যান অ্যাড দিস ওয়ান ইয়েস ইয়েস আই ফরগেট টু স্পিক অ্যাকচুয়ালি ওয়েন গুরু মহারাজ когда Шрила Прабхупад сказал, что он хочет дать саньяс Гуру Махараджу, но Гуру Махараджа сказал, что однажды не во сне, а не полусне, а вот в видение пришло, что Шрила Прабхупад сказал ему саньяса мантру и имя также. И Гуру Махарадж, он проснулся, у него были книги, дневники, и Гурудев он записал, сразу записал имя и мантру записал. Гуру Махарадж сказал, что Шрила Прабхупад сказал, что хочет дать мне саньясу, и он дал мне саньясу. Но все же Гуру Махарадж и поэтому Шрила Пури Махарадж, внешне он получил мантру от своего брата, боги Вайкана Махараджа, хотя Шрила Прабхупад уже дал саньясу Шриле Пури Госвами Махараджа. গুরু মহারাজ এটা একটা আশ্চর্য জিনিস করেছিলেন ওই 1936 এ শেষ কদিন এবং 37 এ ডায়রিয়া ফেরার সময় মানে প্রভুপাদ অকপটে পড়ে যাচ্ছ না তুমি আসার আগে এগুলো বলা হয়ে গেছে তুমি তো আসলে পরে ইংরেজিতে লিখে সব বলা হয়ে গেছে এগুলো সব অল আই স্পিক হি কাম ইন লেট বিফোর হাফ এন আওয়ার দেন হাউ ইউ ক্যান আই স্পিক অফ দ্য অন্য কোশ্চেন বল অন্য প্রশ্ন কোথাও থাকবে আগের দিন কি প্রশ্ন করেছিলে হোয়াট কোশ্চেন আগে ওয়াই পাঁচ ওয়ার্ল্ড অফ দেয়ার সাফারিং সো মাচ নো আই এম অ্যানাদার ওয়াই ইফ দা জীবাত্মা ইনসাইড অফ এভরি বডি প্রসেসে জীবাত্মা в сердце каждого та же самая душа на сем what do you mean the same but why one জীবাত্মা চিটিং উইথ ওয়ান Ну, вопрос. Души, они не одинаковые. Майавади говорят, что есть одна душа, а все остальные просто отражения. Но это неправильно. Наша концепция такова, что количество душ бесконечное. Качественно они подобные Кришне, но у них индивидуальная есть, индивидуальность есть. Но качества они подобны. Есть параматма, а вот параматма она одинакова во всех живых существах. Она смотрит, что они делают. И вот вопрос, почему одна душа обманывает другую. So only the thing you will have to go back to previous area. Still I am giving answer. И вот бесконечные души, они исходят из Татастра Шакти Кришны.
Таттваста Шакти значит пограничная энергия, и существование пограничной энергии, оно там внутри Кришны и не внутри Кришны также. Я уже сказал. At the same time, I am introducing whole world. Still, I am not introduced. I have my separation. И вот как Кришна говорит, он везде и также нигде, и также дживатма. Если мы примем, что Таттваста Шакти уже внутри Кришны, и тогда нужно будет принять также, что Антаранга Шакти тоже есть. И вот мы слышали, что внутри Кришны только Антаранга Шакти, только внутренняя энергия. А Джива Госвами говорит, а как это тогда? Возможно, что Таттваста Шакти из Кришны исходит. И вот Джива Госвами он это возможно с помощью непостижимой энергии Кришны есть дживатмы. И также их нету. Если они были полностью, то тогда то есть, если бы все дживы были внутри Кришны, то они бы всю милость Кришны получили, а то они как бы не внутри, а на границе. Поскольку если Антаранга Шакти не прольет на нас свою милость, то бхакти мы не можем обрести. И эту бхакти без милости Антаранга Шакти невозможно обрести. Гурудев – это тоже Антаранга Шакти, который исходит из Радхарани. Я хочу много чего сказать, но времени мало. Сакшат Харитвина, это не так просто. Кто-то спрашивает, как это возможно. И вот Джива Госвами Пад говорит, что Таттваста Шакти, она отлична. И также из Кришны оно исходит. И поэтому бесконечное число обусловленных душ они не могут бхакти обрести. Только после того, как они получат милость, Антаранга Шакти, они бхакти обретают. И вот куда эти обусловленные души попадают? Они пограничные, могут либо в духовный, либо в материальный мир попасть, и они привлекаются либо духовным, либо материальным миром. Но это долгая история. Нет, Махарадж книгу пишет вот насчет дживататва. И вот те дживатмы в пограничном состоянии находящиеся, иногда они привлекают сама и падают. И те, кто привлечены в Вайкунтхе, они туда и попадают, а кто не привлекается в Вайкунтхе, а привлекается материальным миром, они в этих 14 материальных мирах так путешествуют и получают какие-то впечатления самскара. И те дживатмы, они по всем 14 мирам путешествуют, иногда царем становятся, иногда нищим. И вот они путешествуют, и свои самскары, настроения они меняют. И согласно самскарам, какие самскары в нас или в ком-то другим, в ком-то другие, и вот такие люди, если встречаются, они борются друг с другом. Почему? Хотя качества одинаковые, и у того душа в сердце, и у того, а душа, она на самом деле, то есть душа, она женского рода, поскольку она шакти. Но все же, когда атма уходит из тела, то то есть, когда душа находится в каком-то теле, то есть можно сказать, что это мужского или женского пола тела, а
Если душа вышла из тела, то уже мужского или женского пола не определить. Но самскары остаются, самскара, это может сравнить с запахом цветка. Так, например, мы здесь находимся, от цветов нету, цветы в саду. А запах их может проникать в дом. И вот так же, когда душа выходит из тела, то также тонкое тело, оно тоже вместе с телом выходит, и все самскары, которые подобны запаху, они также перемещаются с душой в следующее тело. With Atma, your samskara also coming out, fine body, and according to activities you are going to enter in. И вот согласно плодам нашей кармы мы получаем тело, следующее тело, согласно нашим действиям в прошлой жизни. И в таком состоянии могут быть какие-то враги у нас, или друзья, или еще кто-то. Но когда по милости Гуру Вайшнава, как мы осознаем, что мы не тело, мы душа, и тогда... После того, как мы получили Харинам Дикшу, мы повзрослели и осознали свою духовную сущность, то тогда уже мы не сможем ни с кем бороться. Как Тулсидас, он, как кто-то ему сказал, что какой-то человек критикует его постоянно, и Тулсидас сказал, и этому человеку хочу построить дом рядом со мной, чтобы он критиковал меня всегда, а я буду исправлять эти ошибки и стану совершенным, поскольку я сам не могу видеть недостатки в себе. И вот если мы по-настоящему предались, то можно сказать, что мы шаранагата. А если кто-то, а кто может указать на недостатки, это Гурудев. Если мы пообещаем, прикоснувшись к Туласи и Шалаграму, если вы пообещаете, что вы будете полностью следовать мне, то я... Также пообещаю, что вы достигнете успеха, если будете следовать всему, что я говорю. Если вы следуете мне, значит, следуете Шриле Пури Госвами Махараджу. То есть нельзя на двух лодках находиться одновременно. Если в одной ногой стоим на одной лодке, другой на другую, просто мы упадем в воду. I can beat you, I can love you, I can give you everything, but you promise in front of me. In front of them, I promise I can change your whole life, I promise. But you cannot promise. You cannot promise, I say you so heavily I'm speaking. You cannot follow me. I know. Everybody can go down, you stay with someone, you can change. But you cannot get. You need not stay on rented room. I don't need your bank money, nothing, you throw everything and come with, you know, only one cloth or gamcha, you come, I can give you everything. Though I am myself penniless, but still I can give you everything. I have that much belief in Sadhguru and Vaishnava. But you cannot be. Maharaj. So one question I give you answer. Yes, yes. Another question? And second question is this, when, if we have Jivatma, all is Jivatma and same quality, like my mother, if my mother sick or my sister sick, if anyone sick,
which I have good connect with me, if anyone sick or happy, then automatically one feelings come. No, says the magic spell of Maya. Is the magic spell of Maya. Automatically. Because you have grown some relation, material relationship with them. You already, from your birth, you are growing some material relationship with them. So you are, your mind is influenced by them. Like anyone accident. So, one example I like to give. И вот Махарадж пример хочет привести, почему очень строг с кем-то. Why I am so strict with him? Why? You cannot understand. Я хочу привести пример, например, кто-то вот у всех у кого-то ветрянка, болезнь такая, used to die, not near, not dying. So, suppose somebody growing, try to hear me. Suppose somebody growing pox. Somebody вот growing, например, cholera. Somebody у кого-то холера, у кого-то тиф, у кого-то ветрянка, у кого-то малярия, у кого-то еще что-то. И вот I can put this four person in one room. Всех этих пациентов, если в одну комнату поместить, что делать с ними? Постепенно можно обнаружить, что у всех each of them having four diseases at a time. Ну, то есть, because four diseases, ну, поскольку болезни заразные, можно потом ear, наблюдать, что все эти люди, они заразились друг от друга. То есть, у них была одна болезнь, а стало четыре болезни. Ну, Махарадж, смысл того, что I cannot allow. If you like Махарадж, to go, кому-то не позволяет что-то делать, чтобы этого не, чтобы не получалось так, что мы кроме своей болезни еще чуть-чуть чужую подхватили. И поэтому Махарадж очень строг. It is not the rule that husband can give the sister to wife. Wife cannot give a sister to husband. То есть жена может за мужем доедать, а муж за женой не может. Согласно ведическим правилам, поскольку значение супружества каково. То есть муж, он согласно ведическим правилам, он поклоняемый, поэтому. I can throw them out because I know they are growing some, you know, bad idea, growing some different. They are going to leave Euro culture. They are going to accept Vedic culture. Whereas those foolish idiots, they are going to stay with foreign people. They are going to accept this Euro culture. I can show you immediately. Yes, I know. I cannot allow some ordinary people can speak like that. And Maharaj. Those are cheap guru. They can speak this way. They can allow everybody to say, no problem. They want to prove they are generous, foolish people. And my first question, another day, why Pandava got so much painful life if Krishna with them? I already answered already. Actually, this is why. Вопрос, почему Пандавы так много проблем? Так много несчастья в своей жизни получали, когда сам Кришна был с ними. Как вот Махапрабху наказал Чхота Харидаса, чтобы дать нам великий урок. Махапрабху, он дал такое наказание Чхота Харидасу, чтобы дать нам пример, урок, пример. И Махапрабху ситуацию так сделал, что Пандавы так много проблем и беспокойств получали. Хотя был Кришна с ними, поскольку если бы
не было такого примера, как же нам продвигаться дальше. То есть они были примером на нашем пути. И вот если мы так идем куда-то, вот тут Камешу до Калькутты 42 километра, например, и эти все преданные, они также мильные камни на нашем пути, они указывают нам путь. Кришна специально это сделал, чтобы все говорили о славе Панчапандавов. Смотрите, в такой ситуации все равно они никогда не забывают имя Кришны. Они предались полностью Кришне, даже когда Юдхиштхир Махарадж, он достиг полной независимости и полного суверенитета, то все равно он говорил, что я предаюсь Кришне, ничто не может задеть меня, хотя Юдхиштхир Махарадж, он царь всего мира, но Юдхиштхир думает о лотосных стопах Кришны, и поэтому никаких проблем не задевало их. Если Кришна организовал ситуацию таким образом, то это невозможно для меня и вас следовать таким другим путям. И вот как Шрила Прахлад Махарадж, он все равно был смирен после перед Хираньякашипу, хотя он хотел его убить. И сам Нарисим Хадев сказал, что твоя жизнь, она идеальный пример. Если кто-то спросит пример моего преданного, совершенного преданного, то я скажу, что Прахлад Махарадж. Что и те, кто хотят совершать баджан, жизнь Прахлад Махараджа – это пример для всех. И Нарисимхадев говорит так, через вашу жизнь, через твою жизнь я привожу пример для всех. И панчапандавы, на самом деле, они не страдали, внешне только можно видеть, что они страдали. То есть все наказания, все проблемы, вся боль, которую получают вайшнавы, это не боль для них. Внешне может выглядеть, что вайшнавы болеют, но вот в этой шлоке говорится, что в этом материальном мире можно найти в связи с материальными этими обстоятельствами, что Гурудев страдает, например, но нет. Это его учение для нас. Внутри он находится в блаженстве, как Мадхавинда Пурипад внешне был болен. Ишвар Пурипад ухаживал за ним, но никаких материальных представлений у него не было о Гурудеве, поэтому никогда не думайте так. Они не страдают этому. Мы думаем, что они страдают, поскольку мы все сравниваем с нашим опытом. То, что я говорю вам, вы хотите проверить это согласно вашему прежнему опыту с вашего детства. Но в трансцендентном сиддханте мы не можем понять. Понимаете? И мы должны следовать какому-то великой личности, Шри Прабхупаде, Бхактинода такого. Some police person going to pass stool here and there. Arey Maharaj, you have to clean this place, that place. Why not you pass in one place? Follow. They are not suffering. You think they are suffering. And Mahaprasanna Pate Jokhan Gelo, Jokhan all, you know, the Indra part going to Indra. Barun part going to Barun. Hello. Follow what I see. Pavandev. Or Barundev, all their part, respective part, coming out and go to heaven. Then actually, why they are going to heaven? As per Bhagavanta Vyakhya, this their kingdom. You don't know actually, all secrecy. When you can know, my life going? When I can explain? It is written, Sanatana Goswami giving argument, as on Shastra, evidence.
Санатана Госвами говорит, Индрапрастха, он в контроле Двараки находится, в области Двараки. Мы думаем, Дварака, она там далеко, но Ютишья, Макараш, Бима, они вечные спутники. Их, if I am whole life doing seva, after that I am not going to enter into eternal dham. Who is going to do seva? Ну, в общем, эти спутники Кришны, они все достигли духовного мира. Any question? If both is so, so how is it that we're going to go back to God here? If we are stuck in the material world, how is the chance for us to go to the spiritual? There's so many. Many time I already speak, you forget. Many time I told. Actually, the only way. Единственный путь, Верховный Господь, который сделал для нас, это Харикатха и Харикиртан. И во всех шастрах можно изучать Сиддханту и Сандарбху. Единственное, мы должны общаться с правильным саду. Мы хотим обрести садусангу, но это садусанга, это ворота к Чинмой Джагату, трансцендентному миру. So I'm going to go quickly to Guru Mahārāja.